День труда и сельское поселение Васильевское, этого можно поставить знак равно. Потому что именно здесь самая большая промышленность. Поздравляю вас с Днем труда. Хочу пожелать вам здоровья, хочу вам пожелать творческих успехов, потому что всегда в любой работе необходимо стремиться творчески подходить, кем бы то ни был. Вот. Ну и, конечно, крепкого здоровья, потому что здоровье тоже, вы знаете, необходимо для работы. Поздравляю вас с Днем труда!